ради чему предназначена наука Каббала? Для раскрытия высшей силы человеку, который находится в этой в этом мире, в этой жизни. И это раскрытие должно быть, как мы раскрываем все, что в этом мире. Да, хотя и высшая сила — это сила жизни, которая окружает нас, наполняет этот мир своей программой, процессом, который она определяет по отношению к каждому и ко всем вместе. Хотя она все определяет, но скрыто, мы должны только раскрыть ее. Для этого предназначена наука Каббала. Мы что-то меняем с помощью этого? С помощью этого мы меняемся, потому что раскрытие Творца требует изменения с нашей стороны, для того, чтобы раскрыть его. И мы не можем раскрыть его ни с какими дополнительными келим, как в науке, когда мы раскрываем всевозможные явления в природе, но только с помощью нашего исправления, согласно тому же закону уподобления свойств. Насколько мы примем свойства, которые есть в высшей силе, а его свойства — это отдача и любовь, тогда в соответствии с этим, если мы придем к такому свойству, мы раскроем его. Как мы можем прийти к такому свойству? Откуда я знаю, что это в точности? Поэтому дана нам возможность выстроить сеть связи между нами, между людьми, как раз поверх нашего эгоизма, который усиливается и каждый раз прорывается, насколько мы постараемся выстроить правильную связь между нами во взаимной отдаче, как часть единого организма, находящиеся в гармонии, в правильной связи друг с другом. Так мы, согласно нашему старанию, сможем раскрыть эту высшую силу, которая наполняет этот цельный организм, который мы начинаем создавать в наших желаниях. Это называется раскрытием Творца творению в этом мире.